Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. В этом видео хотел вас познакомить с очередной простой схемой, которая позволяет получать от обычного литиевого аккумулятора на выходе 9 вольт. То есть, допустим, вот у меня прибор тестер-измерительный. Для своей работы он требует питания 9 вольт. Но обычно ставят сюда крону, батарейку. Ну, под рукой у меня полностью заряженных не было. Решил вот 6 пальчиковых между собой спаять, на выходе получить нужные 9 вольт. Этот прибор, допустим, в своем номинальном режиме потребляет около 20-25 мА. Для такой батарейки, как крона, это как бы многовато. Если часто пользоваться вот этим прибором, то эта батарейка достаточно быстро садится. Либо обычные мультиметры, которые также питаются от 9-вольтовой кроны. Также и для таких мультиметров выгодно собрать вот подобный блок, которым можно запитывать эти приборы от обычных литиевых аккумуляторов. Но сама схема этого источника питания 9-вольтового достаточно проста. Собрана на модулях, которые практически копейки стоят, около в районе полбакса. Что этот. Ну и тут несколько деталей, которые можно также либо у себя в деталях найти, либо купить по дешевке. Ну и в итоге у меня получилась вот такая конструкция. Как бы держатель для аккумуляторов сам с пластмассок склеил. Но она поверх него модули приклеил. В итоге, когда эти батарейки у меня сядут, я просто вот на это место вот таким образом приклею этот источник питания аккумуляторный, да и все. И оно как бы и выглядеть будет достаточно компактно. И при этом у меня заряда аккумулятора будет очень надолго хватать. Ну а теперь давайте немного расскажу о самой схеме. Итак, у нас есть литиевый аккумулятор. Если брать просто банку, то к ней еще правильно доделать контроллер заряда, поскольку эти аккумуляторы очень сильно чувствительны к перезаряду и очень сильному разряду. Чтобы при заряде не испортить сам аккумулятор, ставим вот такой контроллер заряда. Ну и тем самым, как бы, когда зарядка аккумулятора будет закончена и будет достигнуть напряжение 4,2 вольта, плата сработает и автоматически отключит питание, которое идет от зарядного устройства. То есть мы само зарядное устройство подключаем вот сюда. Ну а эта плата контролирует процесс заряда. Плата подключена параллельно аккумулятору. Плюс к плюсу, минус к минусу. Далее идет уже плюс-минус питание аккумулятора на повышающий модуль DC-DC. Вот такого типа. На его вход можно подавать от 2 до 24 вольт. На выходе получать от 5 до 28 вольт. Максимальная сила тока 2 ампера. Коэффициент полезного действия 96%, что очень хорошо. Имеет такие небольшие компактные размеры. Но этот модуль в холостом режиме, когда к нему нагрузка не подключена, он также потребляет определенное количество тока, а именно там где-то около 4-4,5 мА. Ну и чтобы аккумулятор просто так не садился во время, когда он не работает на нагрузку, ставим здесь просто обычный переключатель. Здесь я его поставил вот. И весь этот 9-вольтовый источник питания просто вот нажимаем и его включаем. Здесь я поставил светодиод на выходе модуля, чтобы было видно, что напряжение присутствует на выходе. Причем эта схема не только вот на 9 вольт. А здесь на выходе можно любое нужное напряжение подобрать от 5 до 28 вольт постоянного тока. Также питать свои другие устройства, у которых напряжение другое. Но еще немаловажная часть. Это индикатор разряда литиевого аккумулятора. То есть вот эта схемка простая. Собранная на управляемом стабилитроне LM431, транзисторе KT3102, светодиод, резистор 470 Ом. Это делитель напряжения, от номиналов которых зависит, при каком напряжении будет загораться этот светодиод, сигнализируя о каком-то уже уровне напряжения. Ну и при таких значениях 7 кОм и 12,8 кОм соответствует напряжению 3,5 вольта. Если посмотреть в таблице литиевых аккумуляторов зависимость процентов заряда от напряжения, то 3,5 вольт будет соответствовать где-то 10% заряду, остатку ему. Ну и чтобы не доводить до глубокого разряда, чего такие аккумуляторы очень сильно не любят, то вот как только напряжение понизилось до 3,5 вольта и заряд остался где-то на уровне 10%, срабатывает схема, ну и зажигается этот светодиод, тем самым сигнализируя, что пора заряжать уже аккумулятор. После чего мы сюда просто штекер зарядки подключаем. Ну и на самом контроллере заряда тут есть два светодиода маленьких. Синий будет нам сигнализировать, что заряд идет, когда красный зажжется и синий потухнет. Значит, аккумулятор зарядился до своего нормального напряжения 4,2 вольта. И автоматически отключает уже контроллер заряда. Но если вам нужно, допустим, какое-то другое напряжение для срабатывания этой схемы, вместо этого резистора ставим один переменный или подстроечный на 20 кОм. К плюсу и минусу схемы подключаем блок питания регулируемый. И путем подбора нужного напряжения смотрим, при каком значении уже будет срабатывать светодиод. Сам этот индикатор разряда потребляет всего лишь 2 мА,
при своей работе, что очень мало. Этот повышающий модуль при своей работе потребляет где-то 4-4,5 мА. Ну и эти светодиоды, сюда специально для них поставил такие резисторы, достаточно большие, чтобы свечение было нормальное. Ну и потребляли они минимум тока. Работает хорошо, стабильно, выдает свои 9 вольт, но имеет достаточно компактные размеры. Причем, если задаться целью, то и поставить сюда меньше аккумулятор, ну и держатель поменьше приобрести. А даже можно вот это все уместить в корпус обычной 9-вольтовой батарейки. Ну на этом и все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Ну, ждем новых видео. Всем всего хорошего, пока.